Привет, ребята. Это исследователь. Давно я хотел записать это видео. Что я делал полезного для общества? Писал кучу обращений. Примерно с 2004 года. Сейчас я не могу показать самые старые обращения. Я оставил один листочек, остальные сфотографировал. Я сделаю второй ролик. Там самые старые покажу. Это 2013-2014 год. Потом еще были, конечно, в 2015-2016, но, признаюсь, все меньше и меньше. Их сотни, этих обращений, на все я получил отписки. За некоторые на меня даже нападали. Напал на меня один мужик. То есть хочется показать доказательства борьбы, потому что эти вот революционеры, которые появились, ну, что появились, то и хорошо, в общем-то, что появились. Но их еще даже вот в этих, что вот в бумажках 14-м, 13-м, их же не было. Им все было хорошо, видно, была зарплатка какая-то. Пускай как бы люди занимаются все борьбой с бандитами, но вот этот момент, то, что почему они не понимали раньше. Если в 2004 году примерно я стал уже задумываться, что людей грабят в домах, сидит председатель вор, а где эти были революционеры раньше? То если они так плохо соображают, они, значит, революцию не смогут сделать. Вот к чему я веду. Пускай, конечно, все делают, но без соображения же. Я подергался, вот уже сколько, 13 лет, 12. И свою борьбу я не остановил, но силы уже кончаются. Поэтому бумажек я стал писать меньше. Ну, потому что никакого толка почти что нет. Есть небольшой, кое-что сделали, мелочи там по дому. Но в основном ничего не поменялось. Поэтому нужно просто тактику менять. Вот такая, в общем, пачка приличная. Еще столько же раз по 5 где-то выкинуто. Всем спасибо. До свидания. Это были доказательства моей борьбы.